А, красота-то какая! Море! Как раз сейчас лето, и я на курорте. На курорте, где-то в России, блядь. Да еще и совсем один. Ну все, хорош сопли пускать, трепок, пора начинать выживать. Похоже, друг-то у меня есть. Хотя от таких друзей лучше на расстоянии держаться. Хорошо, нужно провести маленький тест на толерантность. Пожалуйста, детка, будь паинькой. Нет, 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 ах ты ж мать твою! Тварина хотела моих мягких булочек попробовать. А получи хером по всей морде, скотина! Островок. Прекрасно, сейчас щеманем местных аборигенов. Или они меня на мясо зарубят, тут уж как карта ляжет. Не-не-не-не-не-не-не, так не пойдет ни хера. Сволота, ты что творишь, блин? Пошла вон, оставь в покое мой нищебродский плов. Ничего себе, так интересно получилось. Клопышка даже не представляет, сколько в этой игре и досок сожрать придется. Немножечко расширимся, чтобы этот поганый аглоед подавился. Нужно действовать быстро, чтобы этот гребаный плод без меня не уплыл. Чё, пожрать есть? Сука, походу голяк. А у меня и топора нету. Ух ты, арбузики, да-да, вот эта тема. Короче, все ясно, халявы здесь точно не будет. Без досок здесь никуда. Что такое? Крюк заклинило. Наверное, народ намотался. Потому что руки как крюки. Как много всего. Сейчас буду неистово лутать. Доска, семки, спортивки Adidas, туалетная бумага. Да я ходячая пилорама, еб. Какой интересный опреснитель воды. Да это же величайшее чудо инженерной мысли. Стоп, сначала я должен был построить что-то другое. Какого? Где? Ты мечена, да это уже перебор. И что она дальше сделает? С воздуха на меня зайдет? Теперь я вспомнил, сначала нужно было построить весло. А это барахло вообще можно подтолкнуть? И да, я ведь еще ладошками грести умею. Якорь это моя последняя надежда. Короче, отплываем, кидаем, плот оттаскивает, и мы уплываем. Все, не пиздец. Опаньки, трутень прилетел. Сейчас я тебя... Я тебя, бля, пошмонаю тут. Тупой сучонок. Решил тут мои маленькие картошечки попортить. А ну иди сюда, малыш. А не то так курочки гриль хочется. Мясо, 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 мясо. Че, приплыл, да? Все, у меня сегодня праздник. А он точно сдох? Он жив. И это все? А где там грудка, крылышки? Хватит жрать, мой плод! Ха-ха, охотник сам попал на сковородку. А чё, как мало, я хочу её всю. Там плавники и хвостик. Да, даю, прямо как большую корову. Херась, даже башку оторвал. Всё, покойся с миром. Ух ты, а этот сарай-то нельзя разобрать. Давай, я хочу всё до последней досочки. Ладно, помечтали и хватит, пора возвращаться. Как же ты много жрёшь. Тащая, а жрёт, как будто весит 2,5 нахрен центнера. Да, если так дальше пойдёт, этот плод придётся строить размером с авианосец. Сколько тут всего, а? Сейчас будет дикий фарм. Вот только инвентарь вытряхну. Раскидаю все по ящичкам. Ху, блять, сука! Сколько тут? Этажей 5? Прыгнуть с 5-го этажа?
изи. Кровать нужно затестить, еще ни разу не ложился. Невозможно спать днем. Хочешь, удивлю. Хорошо, чем же можно заняться, валяясь на плоту посреди океана? Ну, конечно же, половить рыбу. А как же текстуры? Да в жопу текстуры. Эх, как же тут хорошо. Свежий воздух, морской ветерок, солнце, рыбалка, не вставая с кровати. О, селедочка под водочку. Ну что ж, спасибо за просмотр, друзья. Оставляйте свой комментарий. Если понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также делитесь с друзьями. А с вами был я, Деду Ген. Удачи вам, хорошего настроения. Пока.